На пункте пропуска «Бугристая» задержали иностранца, который подозревается в попытке подкупить таможенника. Как считает следствие, чтобы провести лесоматериалы в Казахстан, мужчина пытался дать взятку. Теперь подозреваемый в СИЗО. По версии следствия, житель Казахстана передал 50 тысяч рублей начальнику оперативно-розыскного отдела Челябинской таможни. Взятка была для того, чтобы его автомобиль с лесоматериалом хвойных пород выпустили из Челябинской области. Только вот сотрудник на должностное преступление не пошел. Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК России в отношении гражданина Казахстана за дачу взятки сотруднику Челябинской таможни возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дача взятки должностному лицу за завершение заведомо незаконных действий. Мужчине предъявили обвинение, сейчас он в СИЗО, расследование уголовного дела продолжается.